Дорогие боевые друзья, уважаемые жители города Краматорска и гости нашего города. Мы рады приветствовать вас для этого памятника вас и благодарим вас за то, что вы сегодня пришли сюда. Я от всего сердца и от всех афганцев города Краматорска хочу поблагодарить Кривошеева Виктора Петровича, который сделал этот мемориал памяти в городе Краматорске, в центре города, для того, чтобы сюда могли приходить люди и давать свою дань памяти тем, кто сегодня сюда не вернулся. Я предлагаю почтить память наших пацанов минутой молчания. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня будет проводиться много еще разных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Республики Афганистан. Дню воина-интернационалиста. Дорогие друзья, после того, как мы возложим сейчас цветы к этому мемориалу, мы всех вас приглашаем, ДК «Строитель», на праздничный концерт и праздничный фуршет, посвященный этому празднику. Добро пожаловать к нам в гости с открытой душой. А сейчас давайте возложим цветы нашим пацанам.